Всем добрый вечер. Мы приехали в магазин Big Shop. Нет, сначала мы зашли в Урбанику, потом пошли в Big Shop, стали свидетелями, как снимают или клип, или рекламу, не знаю. Ну, короче, скорее было прикольно. Реклама. Может быть, да, реклама. Скорее всего. Прикольно, короче, было. Первый раз так увидела, как съемка ведется, классно. Вот так мы, короче, идем в Big Shop, пацанам покупать шорты и кроссовку по плану. Кроссовки. Вот. Надеюсь, мы здесь что-нибудь подберем пацанам. О, красивые. Диадора, кстати. Знаете, какие красивые кроссовки можно здесь подобрать? Нет, пойди положи, пожалуйста, на место мячик. Вот есть еще такие какие-то шортики. Не знаю. Всем добрый день. Мы приехали с пацанами покупать моему папе подарок, так как у него завтра день рождения. Сегодня у нас 18 апреля. Вторник. Вот, сейчас пойдем в магазин Nike. Конечно же, мы зашли в Red Bar, наш любимый. Наш любимый, как это называется, не знаю. А? Вкусно, чё ты. Я здесь заказала себе тут ананас, пассифлора, манго и ещё что-то, по-моему. Ребятки, еще раз привет. Все, у нас еще тот же день, вторник, 18 апреля. У моей невестки будет работа, поэтому я ей все приготовила здесь, почистила, чтобы был порядок. Вот, весь макияж убрала, потому что в предыдущий раз, когда она работала, я пришла, я была в шоке от того, что я увидела. Я вообще не понимаю, как взрослый человек, которому 26 лет, у которого семья, ребенок, может быть таким неряшливым, не знаю, как бы, и не понимать того, что, к примеру, ты, блин, я не могу вытащить, не понимать того, что, как бы, ну, ты не у себя дома, да, не у себя в салоне, ты, как бы, работаешь у человека. Ой, как всегда, подождите. Что как бы она работает у меня, да, она сейчас мне не платит не с херут, не за съем комнаты. Она ничего не платит мне пока что. Ну, в принципе, как бы мне пофиг, знаете, пускай работает, набивает руку, делает себе клиентов. Единственное, что я прошу, это ты приходишь, здесь чистота и порядок, ты уходишь, чтобы точно так же и было. Но вот этого у нас пока не получается. Всем привет и всем добрый день! Уже у нас я на работе. В принципе, у меня это локейшн не меняется. Но день уже другой. Поменялся уже день, ребята. Сегодня 19 апреля. Я вчера вам, по-моему, да, была на работе. И немножечко так пожаловалась на свою невестку. Вот. Вчера она тоже вечером работала. Вчера ей приготовила уже ее рабочее место. Знаете, чтобы... Не знаю, почему-то я так решила приготовить ей все, чтобы была чистота и порядок. Убрала все. Вот. Ну, в принципе, я пришла на работу. Все было нормально. Вот. Потому что ресницы, правда, на полу валяются. Ладно, это уже мелочи жизни. Мелочи жизни. Что такое? Вот, короче, я на работе. Сейчас у меня уже была одна клиентка. Я ей сделала педикюр и лак, гель ноги. Вот, сейчас жду. Сейчас девочка должна приехать на лак, гель руки. Вот, потом у меня, по-моему, перерыв. Я иду домой, делаю с пацанам чечевичный суп. Это сюда поставлю. Чечевичный суп.
Потом у Даниэля сегодня. А, не, у него нет сегодня учительницы. Я все забываю. У нас сегодня должна быть учительница, но я ее перенесла на завтра, так как сегодня у меня больше работы, чем завтра. Более нагруженный день, поэтому я это. Ну, поэтому вы поняли, да? Поэтому я перенесла все. Вот так. Все, навела здесь порядок. Тоже все чистенько, хорошо. Тут я замочила. Пускай все это в хлорочке постоит. Может быть, в пятницу поедем. У меня в пятницу утром будет свободно. А потом после обеда приедет моя сестра Катюшка. Буду ей делать тоже педикюр, гель-ноги. Вот, что я хотела говорить. А, может быть, поедем с мужем в этот, в Нацерет. Там есть магазин. Продают, это называется PBF, по-моему, или что-то такое. И, короче, наклеиваются такие большие 60 на 60 квадраты. И на пол можно их наклеивать, на стены можно наклеивать. Вот, и всякие разные, значит, они очень красивые, как камень, как вот... Ну, короче, как плиты. Вот, хочу поехать посмотреть, купить. Мне дали адрес в Инстаграме, я их нашла. У меня вечно пылюка такая собирается. Ужасная. Дышать невозможно. О, пока машины нету. Сейчас, наверное, наберу ведро воды и помою окно. Смотрите, что такое. Это у нас такая погода. Я вот окно недавно убирала. Но вот у нас такая погода сейчас. Сейчас, да, помою окно, пока машины нету. Все, побежала я.